Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Сталкер. Зов Припяти. Вот, продолжаем с тобой играть в Зов Припяти. Мы с тобой бегаем в Припяти, в Зов Припяти и бегаем в Припяти. Вот, выполняем задание. В той серии монолитовцы были, наемники и прочая шваль. Вот, в этой серии... Не знаю, как все получится, но думаю, будет интересно. Мы так все с тобой и с неизвестным оружием бегаем. Это, конечно, минус. Так, у нас что сегодня? Давай вот сюда пойдем по заданию, сбегаем. Пацанам надо помочь, мы уже сколько там бегаем. Вот, надо помочь. Там какие-то проблемы, типа... Отряд какой-то, по-моему, что-то на связь не выходит. Понятно. Я даже понял, что здесь произошло. Хотя не очень. Ой, сержант этот. Я нашел группу. Все мертвы. Их кто-то расстрелял. Но следов никаких. Это фанатики, черт бы их драл. И прямо одно за другим. У нас часовой пропал. На связь не выходит. И тоже никаких следов. Пора нам добраться до этих ублюдков. У разведгруппы были данные места скопления монолита. В записях упоминается магазин книги. Время монолит. Встретиться с подмогой. Пропавшая разведгруппа. Ага. Может пополнить запас медикаментов и боезапаса. Пропавшие задания. Ага. Там собаки бегают. Подствольники. Вуржины-то были неплохо, ребята, да? Встретиться с подмогой. Скопление монолита. Павший часовой, подожди. Пойдем туда. Отвалить, песики. Так, минус одна псарня. А в целом только что на подмогу идут. Вано? Я как узнал, тебе помощь нужна. Сразу в добровольцы записал. Так что давай, беги. Блять, по звуку как будто где-то здесь. Знаешь, я тут подумал. Блять. Мужики, вы сейчас сдохните нахуй. Не, теперь их, блять, прикрывай и себя прикрывай, да? Вы куда побежали-то? А необходимо уничтожить всех монолитов, засевших здания. Один исчез. Куда вы, блядь, пошли? Какие нахуй вам монолиты? Вот мы и на месте. Какие нахуй вам, ребята, монолитовцы? Давай, мужики, я сам. Ты не скроешься от слуг монолита. Ты не уйдешь. Монолит. Давайте, мужики, я сам, не надо вам сюда лезть, нахуй вам надо. Мы ждем твоих приказов, монолит. Блять, эти сейчас ведь попрутся. Не лезьте, мужики, я сам. Монолит, мы слышим тебя. Мужики, я сам, аккуратно, все сам. Мы ждем твоих приказов, монолит. Сейчас будет вам приказ, ребят. Сейчас, приказ был у вас. Ты не скроешься от слуг монолита. Не выебываться. Я... Угу. Задание у вас было не выебываться. Монолит, мы не слышим тебя. Монолит, мы не слышим тебя. Мы ждем твоих приказов. Убивайте!
Все, добили, что ли? Красавцы. Так. Нормально. Пока все идет хорошо. Знаете как? Пока все идет хорошо. Полковник, тут какая-то чертовщина творится. Внутри здания была толпа монолитовцев, будто бы в трансе. Уставились в кучу мусора и разговаривали с ней. Мусор я обследовал, и обнаружилось интересное. Это нечто вроде антенны. Такое впечатление, что с ее помощью кто-то связывается с монолитовцами, и вот эти сеансы не воспринимают как божье откровение. Все это очень странно. Кто-то управляет этими фанатиками. Ладно, об этом потом. Часовой все еще не объявился. Если найдешь его, сразу же сообщи. Конец связи. Угу. Обязательно, Ваня. Часовой там, наверное, дохлый где-то лежит. Ну, как бы... Факт остается фактом, ребят. Это, вероятнее всего, так. Так, а почему у вас аптечки такие обычные? Вы же монолит. Вы же там не бионический монолит. Так, а что нам надо? Ну, нам надо теперь туда вот. Ага. И вообще, нам надо, на самом деле, бы на базу, ребят, и спать. И спатеньки. Потому что уже темно. Оружие опусти. Ух, а отомстили за ребят. Делай, что тебе нужно, да и на базу пора. Тут как-то не по себе, ага. Ну, привет. А, вот вам штука странноватая. Вот там штука странноватая стоит, согласен? И на кой ляд она нам, она им нужна? А, ладно, без разницы. Давай, друг, работай. Как все тут сделаешь, на базу пойдем. Так идите. Привет, на базу. Брат. Все. Рванули. Ребят, вы, блядь, куда? Не надо со мной ходить, ребят, я один. Ребятушки, пожалуйста, не ходите со мной. Вы же сдохнете. Они домой, надеюсь, пошли. А, здесь контролер, да? Эй, алло. Лейтенант Стеценцов, блядь. Вон сторона. Блядь, схватанул, как хорошо. Ебать, жесткий нахуй. В голову, видали, сколько выдержал? Правда, я промазал половину, но выдержал он хорошо. Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Жаль, отличный был парень. Из разведгруппы, видимо, та же Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно. Да, давай. А с контролёра я ничего подобрать не могу, да? Ну, как бы, потому что у меня вот такая вот версия игры великолепная, непонятно, с чем это связано. Кстати, у меня реген ХП стоит. Да. А, не, у меня максимальный вес стоит, у меня не реген ХП. Ну-ка, реген ХП поставим. Как бы восстанавливается, да, но этот реген, ну, видишь, да, как восстанавливается. Плюс 6. То есть, ну... В бою он мне особо не поможет, честно. То есть моментально вот такого... Как бы восстанавливает, да, подлатывает, но... Ну, видите, да, короче. То есть мне кажется, лучше 12 килограмм дополнительных с тобой таскать. Ну что, пойдемте теперь туда, в лабораторию. Ладно, пойдем ночью в лабораторию. Кстати говоря, по контролеру я еще бронебойными ребят бил. Вот в чем прикол. Потому что бронебойки были против контролера... То есть контролеры здесь такие. О. Кстати. Ну-ка. Блять. Откуда? Со спины, что ли? Блять, откуда ты вылез, нахуй, долбоёб? Блять.
Напугал, я не понял, со спины откуда... О, как он здесь вообще появился? Он в кустах, что ли, срал, сидел? А, это зомбирован. Ты что здесь делал? Да, он зомбаков, видимо, зачищал, Леня, лысый. Блять, откуда вы прям на глазах появляетесь? Я понимаю, что зона и вся фигня, но, ребят... Ну, я знаю то, что это наемники, ребят, те, которые были. Видимо. Видимо, это те наемники, которых мы так и нет, они долбанули. Заживление ран. Тут, по-моему... Ладно. Детский сад. Гастроном. Пойдемте по документации пойдем. Тра-та-та-тра-та-та. Так, это нам куда вообще? Это что такое-то у нас? КБО юбилейный. По-моему, в этом КБО то ли куча сейчас зомбаков будет, то ли куча будет наемников. Ебать, 28, 26. Давайте, так сказать, перед заходом прям сделаем контрольный сейв. А, здесь, по-моему, надо... Найти генератор. Генератор, по-моему, на самом-самом верху, ребят. Если мне память не изменяет. Ребят стоят, тупят. Мы их трогать не будем пока. Прости. Ха, интересно, да, куда залез? Так, нам, видимо... Ребята, а если я вас трогать не буду, вы меня не будете трогать? Конечно. Так же. О, блядь. Вся орда теперь на меня пойдет сейчас. Теперь вся орда на меня это идет. Ебать, идет, стреляет. И стреляет, и идет. Так, подожди, а мне что, на другую сторону надо? А где лестница-то? А, блядь, здесь и монолит еще. Совершенно верно. Обхожу противника. Обходим. Так. На более высоких этажах монолит. Снизу зомбаки. Понял. Сохранились. Обязательно. Буду растоптан, буду уничтожен. Так, мне, видимо, на ту сторону, да? Так. А здесь есть артефакт?
Да, там где-то... Там где-то на самом верху есть артефакты. Не уйдешь, враг монолита. Я и не собираюсь. Пока. Да, короче, тут с двух сторон. То есть заход надо через дальний делать. Не здесь надо было, а... Не здесь надо было делать, а... Ты будешь ликвидирован. Вот так вот немножко. Ага. Потому что меня с двух сторон припечатали. Да, блять. Это я играю, ребята, если кому-то интересно, на сталкере, то есть на уровне сталкера, то есть на уровне средний, по сути. Да, вот так вот здесь. Обхожу противника, прикройте. Хрена это там напихивают. Блять, откуда? Блять, вы заебали, слышите, бегать от меня. Сидит. Крысюней. Блять, да заебал. Бери. Давайте парочку возьмем, чтобы было. Возможно, где-то пригодится. Барчук. Последняя запись на КП гласит. Нашел аварийный генератор на 6-м техническом этаже. Убил 2 часа, чтобы привести его в более-менее рабочее состояние. Стоило бы попробовать запустить, только Сербин запретил что-либо делать, пока сам не приведет людей. Так. Подождите. Где-то здесь был артефакт. Ты где? Все ради тебя, сранец. Там еще один где-то. Ты где? Не говори только... Если вышел, ладно еще. Я пойму. Видимо, где-то ниже. Падла. А что это? Вспышка. Электрозащита, радиация. Электрозащита... Радиация. Ха. Опять забаговался у меня артефакт. Он не появляется. Ладно, срать. Все, поехали в лифт. Все, лаборатория X8 спуститься в лабораторию. Видали, как я? Чем бегать там по этажам, просто в дырку прыгнулся. И все. Так, лаборатория. Пойдемте.
Доступ разрешен. Давайте сделаем контрольный сейф. Ну, начинается вот это вот. Да. Я как-то должен с этим бороться. Так, подождите. Бороться это, конечно, классно, но меня сейчас убьют нахер. А ты что вдыхаешься, товарищ? Блять, меня истощают. Меня ствол убили в говнину. Это что, блядь, за хуйня? Ствол лучше доставать только когда видишь цель. Как я понимаю. Видишь цель, достаешь ствол. Не видишь цель. Куда я спрыгнул? Очередная заманка, блять, зоны, ребят. Вообще, задача какая у нас здесь? Найти документы об экспериментах. Ну чё, ребят, я попался. В зоновскую хуйню. Вот для этого я сейвы. В принципе, контрольные, ребята, делаю. Убираем ствол из рук, потому что доставать его будем только тогда, когда надо. Так, я предполагаю, что нам куда-то вниз. Обычно, знаете, все самые интересные места где-то в самом низу. Ствол не достаем ни в коем случае. У нас, кстати говоря, наша М-ка убита. Наша М-ка убита. Так. Здесь что-то есть. Или продолжить покинуть, или продолжить. Документы найдены. Лабораторию можно покинуть. Тем не менее, в пределах комплекса могут оставаться и другие документы. Эти документы, вероятнее всего, нам ничего не расскажут. Так что давайте, я думаю, мы покинем эту область. Ну, особого прям какого-то этого. Ну, это стандартный зов Припяти, ребят. Как бы вот здесь вот ходить сейчас, умирать от всякой говна я не хочу. То есть смысла я не вижу. Тем более лаборатория здесь, так сказать, такая себе на самом деле. Хер поймешь. Да, пускай там этот Бюрер ходит. Один хрен Бюрера, мы убьем с него там ни шкуру, ничего мы не снимем. Документы, ну возьму я все документы. А смысл какой? За них 500 рублей дают. За эти документы. И все. Ну, сами, да, понимаете. То есть, как бы, какой-то цели такой нету. Майор, слушай, есть разговор. С глазом на глаз. Ага. О, кровосос гуляет. Нормально. Нормально, кровососи гуляет. Это кто, зомбированный? Ага. Ты где, падла? Почувствовал. Так. Надо стволы отремонтировать, надо снарягу подремонтировать. Ну, снарягу, кстати говоря, заметь, не трогали, а смотри, ствол как убили. Хотя у меня стоит надежность плюс 25, ребят. Плюс 25 надежность. И при этом мне ствол-то убили очень хорошо. Вот. Так, что у нас тут? Как тут? По левой стороне пойдем. Что-то я как-то устаю быстро. У меня вроде 72 килограмма максимальный вес, а... То есть у меня еще, по сути, 20 килограмм сверху. Но я устаю, как скотина.
Слушай, майор, убери оружие. Да убрал. Нападать не будем, слово офицера. На кого ты, блядь, нападешь? Ебанутый, что ли? Нападать, говорит, не будем, слово офицера. Совсем ебанутый. Так. Ой. Я извиняюсь, ребят. Нападать, говорит, не будем, слово офицера, пиздец. На кого ты собрался напасть? 0 рублей. Нормально. Это замечательно. Так, нужны патроны. До встречи. Те патроны-то. Да. Пойдем пообщаемся. Там что-то с ним с глаза на глаз. Что-то захотел он пообщаться. А где все люди, кстати, видал? Ну, все ушли. Майор, мы в полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зареза нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район, но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро. Ладно, мне не сложно, как бы. Найдем твоих бойцов, только там жопа всякая происходит нехорошая. Так, что это? Найди пропавший отряд. Пропал, нужно найти его. Так, это хорошо, что его нужно найти, отряд и вся фигня. А у нас же... Подождите. Кардану, инструмент. Принести кардану. Подожди, а нахрена я бегал... Погау с пушки, ты чё? А нахрена я ее с собой ношу? Пойдемте до этого, до алкаша дойдем. Пойдемте на Янов. Гарик, на Затон, да. За тыщенку на Затон. То есть отсюда с Припяти на Затон он берет 1000. А знаете, что самое интересное? Если с Затона идти напрямую на Припять, то берется 4000. Прикиньте, как нас разводят на бабки. На нашем судне оружием не машут. Будь добр, спрячь пушку. Ну, здравствуй, у меня сталкер. Пушка спрятана. Ну, удачи тебе. Ну, как она? Да-да-да, эх, 62-шка. Глянуть бы принципиальную схему. Я принес... Так, вот твоя карта доступа, возвращаю тебе. Да, спасибо, она мне как память дорогая. И я принес схемы и документацию по изделию 62. Нашел-таки, о, нормалек, я знал, что мерзавцы не успеют все уничтожить. Дай-ка гляну, ага, вот значит, как решили, ага, негодяи. Так, отлично, мне нужно пару часов, чтобы до конца разобраться. А и Гауску, если оставишь, попробую подладить. Так подождешь? Скоро она, родная, у вас запоет. У нас. Да, я тебе оставлю. Я мог, кстати говоря, ребят, тонкую работу, еще инструменты тонкой работы поискать. А что, меня забрал Гаусс? Пару часов, да, говорит? Давайте хрыпанем. Пацаны меня посторожат. Спим до 6. Вот. Сейчас будет написано, что в зоне произошел. Да, в зоне произошел выброс. А сверху такой теплый, слабый голод. Все ли? Ты представляешь, хитрицы какие, а? В батарею запихнули электростатические артефакты. А я знал, чую, что тут дело аномальное. Принцип, в общем, простой. Электростатический артефакт. То есть электростатический артефакт действовал как батарея, да, получается? Я теперь такие элементы сам могу клепать. Уже починил Гаусску.
Это легко было. Схема питания ребенку ясна. Что и как. Так, это если с пушкой... какие проблемы будут, ты заходи. Мне нужны батареи Гаусски. За 2000. 6 батарей за 2000. И 6 килограмм с собой таскать. Ну, ребят, знаете, что я могу сказать? Она мне нахрен не нужна, потому что, ну, ты видишь, как... Я понимаю, что топовое оружие. Как говорит... Но ты видишь сам, как я раздаю... Как я раздаю из М-ки. Я из М-ки раздаю налево-направо хедшоту. Можешь продать? 27 тысяч. Да, мы ее продадим нахер. Или пускай лежит. Не, ладно, пускай лежит как память. Иди, иди, нечего тебе тут делать. За 27 тысяч, конечно, дешево. Так, давай, веди меня назад, мордоворот. Сколько в Припять? 4 тысячи. Охренеть, да? 4 тысячи, а сюда довели нас за 1000. Сюда нас завели за 1000, а туда уже за 4. Вот, так. Так, мы хотим кушать. Давайте скинем, наконец-таки. У нас 56 килограмм. Раз, 50 килограмм, все. 49. Или она нам, кстати говоря, ничего не весила. Не знаю, короче. Но мне кажется, что весила. Вот у нас есть как бы, да, патрон, но она ничего не это, как бы это... Не знаю, но она мне как-то не нравится. Она ваншотная, да, но... Я и так неплохо ваншот раздаю. А к ней патронов просто, ну, 2000 за 6 патронов. Это получается сколько? 500 рублей за патрон? Вы серьезно? 500 рублей за патрон. Это, ребят, даже как-то не смешно. Контрольный сейв давайте здесь сделаем. И побежали. Хоть она и ваншотная, но знаете, еще есть минус такой. С нее бы надо еще как-то попасть. А здесь сапари, что ли? Так, здесь все лежат. Я слышу зомбаков, кстати. Вот этот. Вот этот. Темно, как в жопе. Это что? Взрывчатка с таймером. 5-секундным таймером замедления. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада. Угу. А там жопа. Там, ребят, по-любому, как всегда, жопа. Ну, пойдемте на... Лейтенант Скеля. Слушай, ну тут вообще уже всех, по-моему, перебили. Я только по маячку поэтому. Сука. Ну-ка встань вот так нахуй. Ты падла. Да блять. Отъебись нахуй. Падла, блять, какая. Прикинь, какая противная падла.
тварь. Ненавижу кровососов. Так, здесь какая-то пси, понятно. Здесь, блядь, контролер, что ли? Ок. Перезаряжаем на боевые и сохраняемся. Ну, на бронебойные. Да, контролер, видимо. Это кто здесь у нас? Здесь кто-то наш. Ну, вообще, по сути, я должен залезть. Ну, по сути. Но я не залез. Так, а где мне искать это? Ну, взорвать дверь. А. Вот эту дверь? Угу. Здесь по-любому контролер. Так, полтергейст. Да, контролер нас хватает за мозги. У него не особо получается. Где ты, падла? Сохранились. Так, что здесь происходит? А задача-то какая? Подожди. Уничтожить источник помех. Уничтожаю. Ну, по-другому я не знаю, как уничтожить. Так. Лейтенант Роговец, майор, ну слава богу, спасен. Ты-то как тут оказался? Ох, мало что помню, правда, страшно было, аж колотило все, а почему, хрен его знает, не помню. Чувствовал, надо прятаться, а то все, ну и побежал. Улица, повороты какие-то, пришел в себя только здесь. Дверь заперта изнутри, не открыть, думал, тут и сдохну. Как ты меня нашел? А, неважно. Давай мотать отсюда куда-нибудь лучше, к базе поближе. А то меня трясет до сих пор. Ну, пойдем. Ну пойдем. А я думал, здесь контролер будет. Я просто когда в Мизере играл, здесь был контролер. Ого, вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Да, было кое-чего. Как-нибудь потом. Ладно. Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да, еще. Гарик ушел на станцию Янов. Пополнить запасы. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Так что? Ты где был? Не поверишь. В холодильнике. В каком холодильнике? Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел? Я бы посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком? Даже и не знаю, как сказать. Так, что у нас здесь? Вышел на связь начальник штаба. Я доложил обстановку, передал собранную информацию. Вертолетов пока не будет. Нам предлагают закрепиться на занятых позициях и ждать распоряжений.
При штабе сейчас состоят наблюдатели из СБУ, так что ты сможешь поговорить со своими. Товарищ полковник, недалеко от базы обнаружен источник радиосигнала. Передача зашифрована, оперативно расшифровать не удалось. Координаты имеются, лейтенант? Так точно имеются, товарищ полковник. Но сигнал периодически исчезает, и его источник движется. Опять монолитовцы? Я проверю. Неизвестный... Так, проверить. Перед операцией можно пополнить запасы медикаментов. Ага. А мне нужны патроны. 5.45-39, да? Так, поремонтируй-ка мне. Так, медикаменты у нас есть. У нас дохрена медикаментов. А что там где-то? Что-то надо проверить. Давайте уже... проверять сигнал будем уже. А я не те патроны взял. 5.56, а я 5.45. 5.50. А дай мне 5.56. Я не те патроны взял. По привычке. Ну ладно, нам хватит, в принципе, их у нас до хера. Я хотел просто бронебоек, ребят, взять. Хотел бронебоек побольше. Ладно, давайте на этом закончим. Увидимся с вами уже в следующей серии. Там пойдем проверять, что там за сигнал. Девятое. Вот. Увидимся с тобой в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока.